Вы посмотрите, какое у меня утро. Сексуальный повар готовит мне завтрак. I say, sexy chef, make a breakfast for me. Oh, yeah, sexy. Стесняется, стоит. Of course, sexy. What you making? I am making French toast. Oh, French toast. Французские тосты. Видите, большой наш черный судья. Я его судья называю, этого дятла вниз спускается. Я думаю, что он к нашему бревну хочет подлететь. Ну-ка, потихонечку спускается. Так, давай, дорогой. Винсент один раз видел его. Говорит, видел у нас на бревне. Я говорю, мне ни разу не попадалось. Ну вот сейчас посмотрим. Потихонечку, жопкой вниз, так вот он и спускается. Оп, точно. Винсент, look. He's here. Ой, только бы не улетел. Ой, слушайте, какая красота. Вот его-то я еще не видела у нас на бревне. Посмотрите, бревно-то с его размером. Ну, красоту. Надо же, как потихонечку спускался. Почву проверял. Ой, Винсент, oh, look at this. How beautiful. Боже, какой красавец. Слушайте. Винсент мне сказал, когда я была в Мексике. Я говорю, я посмотреть хочу. Винсент мне показал видео тоже. Но там такое мутное видео на самом деле. Я говорю, я дождусь, когда все-таки сама увижу. Сейчас я нахожусь дома и через стекло снимаю. Конечно, если я только дверь открою или что-то, он сразу улетит. Он очень осторожный. Слушайте, ну какой же он красавец. Я вот просто балдею. Насколько же я счастлива, что я это увидела. Но думаю, теперь он знает про наше бревно. Я думаю, что он прилетать будет часто. Потому что, ну, давно, ну не то, что давно, давно висит у нас бревно, но у нас его не было никогда. И это вот второй раз, когда вот первый раз Винсент видел, второй раз вижу я. Вы видели, как спускался он аккуратно спинкой, жопкой вниз? Спускался, так смотрел, можно ли подлететь. Ой, какая прелесть, я вообще не могу, буду снимать, пока он не улетит. Я просто вообще в шоке, в приятном шоке. Что наконец-то даже этот дятел доверился. Вот, наконец-то и он нам доверился, потому что он вообще никогда не прилетал. Ой, какая хорошенькая птичка. Слушайте, правда похож на судью? Он весь черный, красный. There's another one. Where? Right there, it's coming in. It's right over there at the end of the property, right there. Where? I don't see it. Right here? It's okay. Where? Right there, in the log back there, straight back. Okay, I don't see it, but let's see. Винсент еще одного видит, еще один ждет. You see that now? I'm right at my level, straight back. Where? Don't worry about it. Just where? Show me where. Straight back. It was up on the tree here with the squirrel. Flew right to the log. And that tree, big tree? Yeah, it flew down. It's on the log. Oh, okay. Okay. Ну ладно, если подлетит еще один, будет интересно. На самом деле я такие видео делаю с птицами и просто балдею. Ну-ка, вот может здесь лучше будет видно. Вот так. Well, he's gobbling. Look at that. Я только сегодня заполнила это бревно маслом. И он, конечно, посмотрите. Да, вот это вот масло ореховое специально сделано для дятлов. Они его просто обожают. 2 дня, и просто эти дырочки пустые, и ничего там нет. Как я рада, что он прилетел. Теперь у нас и маленькие, и средние, и самый большой, которого я ждала очень долго. Очень долго я его ждала. Ой. Я его все время пыталась снять где-то на дереве, хотя бы посмотреть поближе его. Но вот теперь наконец-то мне повезло. Миленький птичоночек мой, хорошенький. Какая прелесть. Какой он хорошенький. Хоть бы еще один подлетел. Ну, теперь они будут подлетать, теперь не будешь успевать. Он куда он полетел, не знаю. Теперь не будешь успевать, как говорится, заполнять.
Такие огромные птицы теперь у нас сидят, едят. So where's the second one? Still there on that. Ну, а здесь у нас, конечно, сказки Пушкина, как вы думаете? Вот. А орешки непростые, в них скорлупки золотые. Сидит, значит, посапывает. По-моему, она отдыхает. У нас там белочка, видите? It just flew away. See the squirrel? Squirrel relaxing. Yeah, he likes it there. Угу. Вот еще один, он говорит, еще один прилетел, смотри. I don't see it. Where? No, he's back here, straight back over here, on a half broken tree. Короче говоря, унюхали они. So now they know where the food. Yeah, yeah. They like that. Mm-hmm. He was gobbling. Ну-ка, на белочку мы посмотрим поближе. Вот, видите, сидит. Тили-тили тесто, жених и невеста. Во-во-во. Они все время, я поправляю этот домик, а он все время, они когда с него прыгают, они, на, сикость-накость он у нас все время. Надо какой-то гвоздик, что ли, прибить слева, чтобы он не поворачивался в ту сторону. В ту сторону. Нагибается. Эй! Но они... Они немножко боязливые, конечно, так сделаешь. Оп! Все, и убежала. Далеко им до ручных. Ой, слушайте, какая красота. Вы посмотрите, я хочу вам показать. У нас деревья-то все в цветах. Все в цветах. О, прыгнула сейчас только что белка. Посмотрите, как у нас тут все. Вообще в феврале особенно. Тут столько будет цветов, что мама не горюй. Посмотрите, все начинается уже. Вот там тоже, видите, цветочки. Скоро у нас здесь все будет бело-красное. Все кусты будут в цветах. Все будет в кустах. Пока вот только эти. И, конечно, много очень пчел и ос. Ну, в общем, красота. Maybe you like watching our birds? Oh, yeah, they're fun. What is your favorite? I like the big red wood, black woodpecker with the red head. Yeah. Yeah, he's cool. Okay. Сидим с ним на диване и смотрим на птиц. Это мы очень любим. Это вот наше такое времяпровождение. Мы берем где-то часа два в день на это, чтобы такую ловить расслабуху, так скажем. You said, let me tell you everything I've seen. Friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time. But you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say, to put it all straight before this night turns into day. And then I'm on my way. I'm on my way.